Продолжим нашу съемку. Вот наша башня. Вот опять же эти побитые машины, куда я дошел. Что-то сильно я перегазовал. Надо уваливать, потому что сейчас снайперок отработает. И буду я сильно веселый, с улыбкой в гробу. Вот. Воги валяются. Все, что хочешь, поразбирали. Вон 80-ка бахнула туда. Кстати, 80-ка. Можете посмотреть, какие осколки остаются от флянца. Вот такой осколок. Вот это. Халепы тут много. Мы пока дровишки собираем, чем можем согреться. Это вот взлеточка. Это все разбито. Опять это все. Вон хвостовик от мины 180. Еще патроны. Крупнокалиберные. Вот с 30-ки патроны. Наверное, с бэха стреляла здесь. Из ушки патроны есть. Вон разбитый бетер у нас. Была небольшая наша неудачка по ходу дела. А это вот башня сама, где мы находимся. Там вдалеке мы можем наблюдать пожарку, которая частично наша. Бывает, туда приходят. Она никому не интересна, в принципе, потому мы сильно на ней не работаем. Вот и все, пока на этом остановимся.